Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Коротко о главном. В чем причина и кто виноват? В одном из жилых домов Махачкалы прогремел взрыв, в результате чего пострадали десятки квартир. Дагестанские корни на турецкой земле. В городе Ялово прошел международный кавказский фольклорный музыкальный фестиваль. Медали героям СВО. В Дагестане росгвардейцам вручили государственные награды. Начнем выпуск со взрыва, который прогремел в одном из жилых домов Махачкалы по улице Айвазовского. По предварительным данным, произошла утечка газа. На ситуацию сразу отреагировали городские власти. Более 20 жильцов на время заселены в гостиницу. На месте взрыва была и моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Этот душераздирающий кадр сняли очевидцы сразу после взрыва. Здесь неравнодушные люди пытаются спасти из разрушенного дома маленьких детей. К счастью, их благополучно вызволили. Но есть и пострадавшие. Среди них и 3-летний ребенок с черепно-мозговой травмой и ранением глаза. 7 взрослым была оказана помощь амбулаторно. Взрыв бытового газа был настолько мощным, что у автомобиля повредило стекло. Сейчас на месте работают медики и спасатели. Эвакуировали уже 150 человек, в том числе 35 детей. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, которые выясняют причины взрыва. Очевидцы говорят, сила взрыва была настолько разрушительная, что окна и двери были моментально выбиты в десятки квартирах. Повреждены также и машины, припаркованные у дома. Грохот, взрыв. И огненная это пошла вниз, несколько раз раздался и потрясло. Дом потряс, все свалилось, разбилось. Я думала, это землетрясение. Бегом, и внучки тоже, мы бегом выбежали, не знали, в чем дело. Оказывается, газ, кажется, взорвался. Абакар Абдулаев одним из первых пришел на помощь. Говорит, не раздумывая, бросился помогать пострадавшим. Во время взрыва я дома находился. Только взрыв случился, выбежал. Смотрю, люди в эту сторону все бегут. Я там рядом с домом. В эту сторону бежали люди, я тоже побежал. МЧСники еще никто не приехали. Там пыль стояла в этом подъезде. Мы заходить пытались, но не видно было. По балконам залезали, в дома заходили, смотрели. Пострадавшие есть, нету. Ребенка, женщины тоже вытащили. Там пожар был, кто-то пожар тушил. Мы пытались ломом дверь тоже открывать. Думали, там кто-то есть, нету, смотрели. На место также выехал и мэр города Юсуп Умавов. Он заверил, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Пока временно людей, конечно, мы не оставим. У нас есть места, куда их разместить. У всех пострадавших, все квартиры сейчас ведутся списки, сколько человек проживало, какие квартиры пострадавшие. Сейчас проводится обследование многоквартирного дома. По итогам проверки будет ясно, можно ли допускать жильцов для дальнейшего проживания. А в Следственном комитете республики выясняют причину произошедшего. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Более подробно расскажем в вечернем выпуске, а пока продолжим. Дагестанцы стали меньше подделывать купюры. По данным отделения Нацбанка России по Дагестану, второй квартал текущего года в республике отметился уменьшением количества фальшивых банкнот. Согласно их отчету, было выявлено лишь 11 поддельных купюр. Чаще всего мошенники печатают денежные средства номиналом 5000 рублей. Их было обнаружено 7 штук. Эксперты рекомендуют обращаться в коммерческие банки для бесплатной экспертизы сомнительных банкнот и передавать фальшивки в правоохранительные органы, если уверены в их поддельности. Дагестан вновь стал антилидером по количеству аварий и страховых случаев. Каждый 10-й водитель в республике, оформленный по ОСАГО, становится виновником ДТП. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков. В этом неблагоприятном рейтинге соседние республики Ингушетия и Чечня заняли 2-е и 3-е место.
Открытие парков, танцевальные фестивали и культурный диалог. Исторически так сложилось, что турецкий город Ялова стал второй родиной для многих кавказцев, которые по разным обстоятельствам более сотни лет назад обосновались там. За свою богатую историю эти люди не только не потеряли свою идентичность, а напротив, поддерживают ее всеми возможными способами. Вот уже 19-й раз на берегу Мраморного моря прошел международный кавказский фольклорный и музыкальный фестиваль. И параллельно празднику состоялось и открытие парка Хасавюрт. Патимат Ханапова расскажет и покажет все в ярких подробностях. Ей слово. Эта яркая многогранная колонна дала старт фестивалю. Шествие проходило по главной прибрежной улице Ялова. Самобытность нарядов и танцев не оставила равнодушным практически ни одного прохожего. Мне очень нравится эта атмосфера. Интересно наблюдать. Многообразие культур и диалог между ними – это прекрасно. Я люблю изучать другие народы, владея несколькими языками одновременно. Спасибо, что вы приезжаете, устраиваете нам такой красочный праздник. Мы хорошо знакомы с вашей культурой. У нас здесь даже есть прекрасные села, где живут выходцы из Кавказа. Именно в таких мероприятиях понимаешь огромную силу национальной общности. Здесь ощущается неразрывная связь народов Кавказа. Со стороны казалось, что это большая свадьба, на которую съехалась вся родня. Импровизационные зажигательные танцы – яркое тому подтверждение. Я первый раз. Первый раз? Да. Да, очень нравится. Какие эмоции были, когда пригласили? Когда пригласили, ну, я обрадовалась, потому что новый город, новые эмоции. Я очень обрадовалась, на самом деле. Когда продвигаешь культуру свою, есть мандраж? Да, 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 есть небольшой. Ну, небольшой есть, да. А так, ну, с гордостью продвигаем. Более получаса колонна двигалась к своей главной цели – до местного амфитеатра, где и должен пройти глоконцерт с участием ансамблей из Кавказа. Чтобы занять места, зрители приходили сюда за час. Судя по огромной очереди, танец предков здесь не забыли. Оттого и полный зал 8-тысячного амфитеатра. Но важно отметить, пришли сюда не только представители диаспоры, но и местные жители и просто туристы. На самом деле я просто мимо проходил рядышком здесь, увидел громкую музыку, какую-то близкую мне по духу. Я решил подойти посмотреть, и, конечно, я был впечатлен этим выступлением, этим концертом. В общем, я очень приятно доволен, удивлен. Короче, в общем, масса положительных эмоций я получил от этого шоу, от этого выступления, от этого фестиваля. Мы стараемся каждый год посещать данное мероприятие. Нам очень нравится это культурное многообразие и колорит. Каждый раз под впечатлением. Свет и живой звук настроены, и вот за кулисами ансамбли готовятся к своему выходу. Право открыть концерт было представлено коллективом из Дагестана. Ребят, тяжело будет сразу, как только отходим, ноги разогреваем, берем бомбим. Понятно? Да. Готовы? Да. Яркая и энергичная лезгинка в исполнении ансамбля из Дагестана собрала шквал оваций. А точность движений и горячий характер ребят тут точно не остались без внимания. Противовес эмоциональному танцу – утонченное аристократичное выступление адыгов. Статные танцоры, ловкость и плавность движений, игра на контрастах. Это, наверное, одно из самых многонациональных концертов, которые проходят здесь, в Яловском амфитеатре. У нас вообще очень тщательные, интенсивные репетиции перед каждым выездом. Особенно, если мы представляем нашу родину за границей, то есть для иностранных. При выезде за границу, ведь мы показываем свою родину, свою культуру, чтобы это было на высшем уровне, ведь это зритель оценивает нас и оценивает Дагестан непосредственно по этим детям. Здесь первый раз, очень все нравится, публика поддерживает всегда, очень приятные люди, атмосфера. Здесь вообще такой город, прям хочется здесь находиться, уезжать даже не хочется.
Концерт длился более 3 часов, и все это время зрители с интересом наблюдали за каждым выступлением. Закончилась программа за полночь ярко и грандиозно. Кавказские танцы, кавказская музыка, и нам хочется, конечно, популяризации наших народов, нашей традиции, и чтобы люди знали, так как здесь очень, в этом городе Яло очень много наших национальностей с Кавказа, Дагестана. Старт этому фестивалю был дан еще 19 лет назад, и с тех пор не теряет своей актуальности. Свою историю он начинал как международный музыкально-танцевальный конкурс имени Патима Тамаровой на лучшее исполнение лезгинки. Это была частная инициатива заслуженного строителя Дагестана Амара Амарова, которая реализовывалась при поддержке Кавказской ассоциации в Ялове. Все, что здесь происходит, это благодаря неоценимому вкладу Амара Муртазалиевича. Он спонсирует приезды и нахождение тут ансамблей со всего Кавказа, что позволяет сохранять и распространять здесь нашу многообразную культуру. Культурная связь между Дагестаном и турецким городом чувствуется во всем и не заканчивается на фестивале фольклора. Так, накануне здесь прошло торжественное открытие парка Хасавюрт, а другое общественное пространство в центре города вот уже более 30 лет носит название Махачкала. В парке установлен бюст имаму Шамилю и народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. Городские власти уделяют особое внимание культурному диалогу между сторонами. Мэр Мустафа Тутук контролировал все этапы организации фестиваля, посещал репетиции, концерты. Состоялась официальная встреча в его рабочем кабинете. Без помпезных речей, по-дружески. Городоначальник буквально обнял каждого, кто к нему пришел, вручил памятные сувениры, сфотографировался. Я очень рад вас приветствовать здесь. Мы уважаем кавказские народы. Я сам имею кавказские корни. Для нас большая честь, что вы приезжаете сюда, что происходит обмен культур. Главный наш посыл – это жить в мире и согласии. Чем больше культур, тем ярче становится жизнь. Власти говорят, они готовы поддержать любую инициативу, направленную на укрепление дружеских связей между народами. В скором времени в Ялово планируют построить новое здание для Северокавказской ассоциации, где будут все условия для сохранения и развития культурного многообразия Кавказа. Это музей, площадка для танцев, ремесленные студии. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ. Турция, Ялова. Герои специальной военной операции. В Дагестане росгвардейцам вручили государственные награды. Военнослужащие были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» и медалью Жукова. Награды вручил командир Махачкалинского соединения Росгвардии полковник Максим Опорович. Он также выразил признательность за выполнение служебно-боевых задач на благо Отечества. Все, кто находились находится в зоне СВО, скажем так, достойные военнослужащие нашего соединения с честью выполняют все поставленные задачи. Завершено благоустройство базы отдыха «Весна» для инвалидов-ампутантов. Организация ранее выиграла конкурс Министерства труда Республики, в рамках которого и было проведено благоустройство территории. На техническое оснащение было выделено порядка 8 миллионов рублей. Мы установили детскую площадку, и дети здесь очень радуются. Приезжают сюда и участники СВО, семьи отдыхают. И очень благодарны, что есть такая база отдыха инвалидов-ампутантов «Весна» в Дагестане. С началом спецоперации на Украине необходимость в реабилитации на базе отдыха «Весна» возникла и у участников СВО. Прием был организован по поручению главы Дагестана. Кроме того, по инициативе Сергея Меликова из резервного фонда правительства республики были выделены средства на закупку специализированного транспортного средства для перевозки граждан с инвалидностью. Всемирно известный богослов, потомок пророка Хабиб Хусейн ас-Сакаф приедет в Дагестан. 18 августа на стадионе города Кизляр состоится вечер Корана, организованный муфтиятом Дагестана при поддержке Министерства по национальной политике и делам религии республики. Мероприятие также участие примут известный чтец Корана Рымзи Эр, муфти регионов Северного Кавказа и другие известные гости. Вечер Корана откроет богословская конференция. Призыв всегда есть в Дагестане. Они приглашают ученых, они приглашают людей Корана, чтецов. Они приглашают проповедников, призывающих к пути Аллаха.
Хвала Аллаху, я уже посещал Дагестан, я посетил его один раз. И, к удивлению, нашел очень много хорошего. Много мадресе посетил. Мадресе, где изучают знания и учатся студенты. И, с позволения Аллаха, у меня намерение, я твердо намерен посетить вас еще много раз. Мощность самой большой гидроэлектростанции Дагестана будет увеличена. На Черкесской гидроэлектростанции планируется техническая модернизация. Компания «Русгидро» увеличит мощность каждого агрегата с 250 до 275 мегаватт. Все оборудование прибудет к началу 2026 года. Главный тренер «Динамо» Курбан Бердыев знакомится с дагестанской системой подготовки футболистов. Титулованный наставник поделился опытом с тренерами детско-юношеской спортивной школы Миноборнауки, более известной как «Школа Александра Маркарова». Бердыев ознакомился с базой, посмотрел тренировки детей разных возрастных групп и провел семинар. В беседе с коллегами гость отметил как положительные стороны, так и указал на некоторые ошибки. По словам главного тренера, он намерен объездить все футбольные школы республики, чтобы составить представление о развитии игры в регионе. Ранее он уже выезжал с мастер-классом в Хасавюртовскую школу «Победа». Сегодня увидел по всем возрастам, я вижу серьезный подход ко всему. Поэтому, если по всей республике вот это все будет, я уверен, что дагестанские мальчики будут играть на очень высоком уровне. Я вижу самое важное – желание учиться у молодых тренеров. А это дорого стоит. Я очень рад вообще, что он прибыл. И вообще считаю, что вот такой встречи с коллективами, с детьми, потенциальными будущими футболистами Черкесской «Динамо», надо воочию вот так встречаться. Здесь же не только дети, здесь и родители, здесь и вообще мечта встретиться там, сфотографироваться, взять автографы. Это часть футбола, поэтому я думаю, что к нам они еще приедут. Дагестанские легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата выступят на летних играх паралимпийцев. Соревнования стартуют завтра в городе Чебоксары и продлятся неделю. Нашу сборную в чувашской столице представят 16 спортсменов. Самый титулованный в ее составе – победитель паралимпиады в Токио, метатель клуба Муса Таймазов. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.